так. А до следующей встречи тогда, да, Стас? Ну, не так часто, но иногда снится туалеты, обмазанное говно. О, для Сереги! Хороший сон! Братья по духу про говно. Это к деньгам. Деньгам. Причем там туалеты, там может быть несколько километров туалет. Сплошные туалеты. Да. Слушай, так большим деньгам вообще будешь богатым. Каждый унитаз это источник. Мне как-то снилось, что я с миллиардером зазнакомился, который инвестициями занимается. И он, в общем, небоскребы один за другим вводит строй. Я тоже как бы ввел строй, стою. То есть целый небоскреб, и я тоже очень богатый. И вообще так прикольно было себя чувствовать очень-очень богатым. Да, такой весь такой. Да, хорошо, конечно. А мне снилось еще, что меня едят. Мы гуляем с дедушкой там мимо зоопарка, там в зоопарке какие-то динозавры или какие-то страшные ужасные существа, и они прямо едят, пережевывают, это неприятно. Они тебя пережевывают? Да, едят, пережевывают меня. Вот, а дедушка делает вид, что как бы ничего не происходит, подумай. Они в это время тебя едят. Едят при нем, ничего особенного. А тебе не больно, да, во сне? Ну, оно как бы неприятно, вот страшно, неприятно, не то чтобы больно. У нас сегодня тема снов получилась. Да, у нас какое-то сновидение. Про сновидение. Про сновидение, да. Я хотела по траве походить. По траве. Прекрасное далеко. Самое раннее воспоминание у меня из детства, когда я манежники пел. Сто лет не пела, не знаю. А папа храпел тогда, он там заснул, храпел. И мне еще, я не мог уснуть из-за того, что он храпел. Да, я замучилась. И какие-то еще змеи разноцветных видел. Короче, это фига воспоминаний. А тебе что снится? Ничего. Ладно, ничего, грустно как-то. Мы с тобой тесно. Ну ты рассказал бы. Ну вон людям, вон что снится. Видишь, Марина все рассказала. Вон, Марина, расскажи. Марина далеко не все рассказала. Ну, вот. Я самая поэтичная рассказала. Марина бесконечно может рассказать. Да, я знаю. Да, пока кляпом рассказала. Такая возможность. А это, то, что Наталья понравился стиль этих вот описаний. Да. Так у меня будет сделано на видео сны о путешествиях. Это уже... Ну,